20 килограммов марихуаны изъяли жамбылские полицейские у жителя города Шум. Столь внушительную партию наркотика они обнаружили у него дома. По словам задержанного, все найденное предназначалось для личного употребления. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Дал полное признательное показание. По сегодняшний день он водворен в ВВС Шуйского РОВД. Он ранее судимый. По нашей информации, он собирал в прошлом году для сбыта наркотических средств марихуана для продажи